Я отношусь к тому поколению людей, которые очень болезненно переживали разрыв с Украиной, государственный разрыв. Мы за то, чтобы Украина и Россия была всегда единым государством. Но кто-то сказал, разделяя власти, что и пытается сделать Америка. Все понимают про себя нонсенс. Россия, Украина, враги. Ну что это за... Что? Ну как, кому это может прийти в голову? Мама Петренко, жена Кравченко, сестра Насенко, а папа из Харькова. И его родители из Донецка. Более миролюбивого народа нет, в принципе. Только татарики и украинцы. Среди кого я живу под одной крышей с другими народами, мне так не кажется. Война идет не с Украиной, война идет с Америкой. У меня украинцы, все дети. И когда меня там вносят черные списки, я на них смотрю в ужасе. Я говорю, вы совсем сумасшедшие. Я боюсь, что Украина, к сожалению, в большой мировой игре легла под нож. Какой выход из ситуации? Ну, наверное, никто не знает. Я полукровка, у меня мама украинка, а папа русский. Я не могу представить, что мы будем такими врагами, какие мы сейчас есть. Порошенко — это президент переходного периода. То пока Украина не найдет своего Путина, ничего там в лучшую сторону происходить не будет.